ждать, разбирать, помнить, думать, понимать. Все хочу на свете знать, обсуждать, разбирать, помнить, думать, понимать. Это озерная лягушка. Ее длина доходит до 20 сантиметров, а масса тела может быть до 700 грамм. Это самые крупные лягушки. Самка всегда крупнее самца. Окраска спины этой лягушки помогает оставаться незаметной среди прибрежной и водной растительности. Этому в немалой степени способствует и светлая отчетливая полоса, которая словно расчленяет тело и нарушает цельное восприятие его очертаний. В воде эта полоса очень похожа на стебли водных растений, которые ярко зеленеют на темном фоне дна. Живет озерная лягушка в постоянных, достаточно глубоких водоемах, более 20 сантиметров. Чаще всего это реки, прибрежные реки, пруды, рвы, озера. Но нередко также встречается вдоль берегов рек она. Активно почти круглые сутки озерная лягушка. В случаях опасности она прячется в воде, охотится преимущественно на суше, вдоль берегов водоемов. Тут ее чаще всего можно встретить в самое теплое время суток, с 12 часов до 17 часов дня. Плавают озерные лягушки обычно в тех же водоемах, где и живут в теплый период года, но иногда мигрируют в более глубокие места, где есть родники. Отходят на зимовку лягушки, когда температура воды снижается до 80 градусов. В незамерзающих водоемах с теплой водой лягушки бывают активными почти всю зиму. Как и все лягушки, озерная питается различными насекомыми, личинками стрекоз, водяными жуками и их личинками, моллюсками. Если же наземного корма недостаточно, озерные лягушки в большом количестве поедают головастиков своего вида, а также способны кормиться мальками рыб. Сама же озерная лягушка бывает жертвой хищных рыб и рептилий, нередко становится добычей многих видов птиц и млекопитающих. Для озерной лягушки характерно классическое кваканье. У самцов в брачный период во время пения в углах рта надуваются серые шарики, резонаторы, которые служат для усиления звука. Первую пробу голоса самцы озерной лягушки делают, когда вода прогревается минимум до 16 градусов. Нерест начинается в наиболее прогретых и защищенных от ветра местах водоемов. Период размножения занимает не менее 30-35 дней. Большинство особей выбирает для размножения довольно глубокие водоемы, которые заросли растениями.
хочу на свете знать, обсуждать, разбирать, помнить, думать, понимать. Все хочу на свете знать, обсуждать, разбирать, помнить, думать, понимать.